О! Это что такое? Всем привет! Вы смотрите Вики Шоу Плей. Папа, поздоровайся. Всем привет. И сегодня мы с папой записываем новую интересную полу-хоррор-игру. Со странным названием. Хроники туалета. Хроники туалета. У тебя какие хроники бывают в туалете? Все, не будем шутить по этому поводу. Жмем New Game. Январь 2008 год. Тик-так какой-то. Через 3 секунды будет 12. О май гад, это что, коллега? Кто-то стучит? Ой, это что-то мне... Я только зашла! Что это? Я только зашла. Ой. Это всю игру так будет? Я надеюсь, нет. Боми Геймс. Это была заставка только, да? А, ты застрял в ванной в 2008 году на вечеринке. Да. Интересно. С каким-то... Глава первая. Кетчупом. Так, вот, собственно, туалет. Все, в общем, мы в туалете. Мы не отражаемся почему-то, это странно. Значит, мы вампиры. Try F. А, вот вода. Так, О, вот. Не работает сушилка для починить? Рук. Починить? Может, надо починить? Ой! Тебя ударило током. I'm not stupid, я успел прочитать. Try F, нажми F. Нажимаю. Тебя опять ударило током. Подожди. Ты убил самого себя. Ой. Банка. Ой. Можно бросить в стекло? Так. Try F. F. Ой. Так. Мы зашли в туалет. Ладно. Закрываемся. Ой, садимся. Опять try F. Better lock. Нажми Закрой F. дверь. Началось. Глава. Рука. Рука. Мышка. Бери. А. Можно взять. Бумага. Что-то есть. О! Дай бумагу ему. Я знаю, такой пранк есть. Ой. Спасибо. C to stop crying. Ну я плачу. Нажми на C, чтобы перестать плакать. Don't leave, не уходи. Right click to zoom. Мы и так все видим. Типа не выходить из туалета? Прыгаем, ничего нету. Странно. Ну ладно, давай. Значит... Давай выйдем. А что там? Тихо! О, смотри, починили. Сушилка. Тик-так! Часы тикают. Они не тикали. А еще они красные. О! Мы через них видим какие-то Could пятна. To make it look at you. Нажми Q. Q? И что? Ничего не понятно. Тут видно пятна? Ничего не понятно. Тихо. А у нас вся игра будет в этом туалете, да? Давай открывай соседний. Подожди. Тут какие-то... Там что-то еще написано. Я не понимаю, тут какие-то странные звуки. Канализация вон? Вентиляция или что? Это уж канализация, вентиляция наверху. Там что-то есть. О! Телеграм. Make him leave. Заставь. Right click to zoom. Заставь Make его выйти. Leave. Выбросим. Да. Кого выйти? А, его? Out of order. Он чего? Что-то подкинул. Don't show them в этот. Намочи. Намочи эту штуку написано. А. Что-то интересное. Мочи. Мочу. Не получается. Может. Вот так? О! Так. Все, намочили. Намочили. И что? В этот. И что с ним делать? А я не понимаю. В общем, я не знаю, что это значит. Заставь его выйти. Может... А зачем мы мочили салфетку? Что-то увидели, какую-то картинку. Я ничего не увидел. Дверь, причем, пропала. Мистика. Тут же дверь. Все, мы теперь ведь отсюда точно не выйдем. Еще какая-то концовка? Что, заново надо дать ему бумагу? Не знаю, давай попробуем. Please, no. Опять заново. Плачем. Плачем. Давай по-быстрому поплачем. Да, вот бумагу ему сразу давай выкинем.
О, бумага пропала. А, вот. А, опять просят. Так тоже можно было? А, нельзя. Тихо. Там что-то было. А что, если ему дать другое? Например, банку. Давай банку дадим ему. А может быть, ту мокрую салфетку? Какую? А, ее уже нету. Эссенки тысяча. Еще просит. Что тебе еще дать-то? Ой! О, 5. Дай бумагу дадим. Вот эту обычную бумагу. Набери! Что, тебе не надо, что ли? Не берет. Видишь, дверь опять появилась. Эндинг 0.16. Я ничего не понимаю, что происходит вообще. Заново, походу. I lost my magic marker. Я потерял свой волшебный маркер. О, так, погоди. Давай попробуем еще раз. Плачем. Просто плачем. А я плачу, почему? Ничего не происходит. А, музыка. Дай посмотрим, да. Где подпрыгни. Он так, почему он там так долго сидит просто? Ты представляешь, там только рука. Ой. Без туловища. Да, бумагу. Thank you, not. Ему это не надо было, что ли? А, выбросил? Что? Держи еще ему раз. Надо в руки дать. Ой, застряла. Please don't do that again. Пожалуйста, не делай этого больше. Еще раз. А может быть, мы его так разозлим? А ну-ка. Stop. Остановись. Stop. Зли его еще раз. А ну-ка. Что-то будет, что ли? Please don't do that again. Надо говорить. Банк. Ну давай. Там он говорит это уже злобным голосом. Стоп. Мне кажется, либо он будет продолжать это. Стоп. Чего? Эндинг 9.16. Плакат. Может быть, тут что-то еще снимается? Нету только один плакат. О, бомбочки. Погоди. Может, в мусорке мы что-то найдем? О, записка какая-то в мусорке, видишь? Я принадлежу мусору. In the trash. Давай еще. Чувак. Спасибо. Не надо его злить. Мы уже поняли. Мы поняли. Плачем. Лучше, если ты закроешь дверь, написано. Где? Было написано. Закрывай. Не, давай не будем, вдруг что-то будет. Ну смотри. А что, я плачу, ничего не происходит. Эй, чувак, ты будешь меня успокаивать? На. О, мы сейчас ему вот это закинем. А дай ему лучше в руки. А он больше не просит уже. Please don't do that again. Не надо больше. А давай его смоем бумагу. Устроим потоп, может быть? Потоп? Да. Че? Мне кажется, вот нужно еще раз дать ему бумагу. А рука-то где? Все. Ну, он не просит почему-то. Надо поплакать. Ну, я плачу. Или покакать. Извиняюсь. А где кнопка, чтобы покакать? Я плачу. Ту-кака. Так, ничего не происходит. Я ничего просто не понимаю. Что мы делаем не так? Просто. Мы делаем все так, но надо что-то еще добавить. Thank you, not. Out of order. А ручка открывается, нет здесь? Нет. Только могу стучать. Сейчас он нас опять стукнет. А-а-а, я поняла! Все. Это только началось. Нет, мы еще раз. Сейчас рука появится, вот увидишь. А, вот все. Все, сидим, ждем. Все. Заново. Все, заново. Я поняла. Смотри. Не, сейчас. Дадим ему бумагу. Вот. Потом мы выходим. И он сейчас даст записку. Не уходи. Don't leave. Мы вышли. Пропала дверь. Появилась записка. Заставь его выйти. Появились кровавые часы. Мы здесь видим
пятна. Я же говорю, вентиляции что-то есть. Вот ты что делаешь. Ты сквозь часы смотришь, а я не понял. Somebody, ой. Peed my pants. Ничего не понятно. Пожалуйста. О! Это что такое? Это что за еще такое? Руку. Прячься. Куда у меня туалет закрыт? И все, нас съели. Это сейчас какашка нас съест. Я пытаюсь бежать! Щупальца. Что было? Еще один эти дэп. Щупальца задушили нас. Че? О, концовка! 16, да. Тук-тук. Мне страшно. Вдруг сейчас опять будут эти щупальца. Space. You can jump. Опа! Ой! Опа! Они смотрят. Нас. Ой, это что, появилось? Сфоткали. А мы что, без штанов? Да, где их голова? О, а тут цифра 2. Только две сосиски. Цифра 2 еще. О, вторая глава. Вентиляция? Что-то тикает. Закроемся на всякий случай. Что-то... Какие-то звуки? Что происходит? Что это? О, ты слышал? Угу. О, вентиляция. Открылась вентиляция. Там буква А. О, kill him. Кого надо убить? И много туалетной бумаги. И граната. А ну-ка. Ты уверена? Слишком очевидно. Погоди-ка. В унитаз? Нет. И сядешь на него? Нет. А и дай ему в руки. Бум. Я же мы говорю. Разрушили туалет! Это еще одна концовка! Мы уже много с тобой концовок прошли. Отвертку. Берем отвертку. И, видимо, нам нужно открутить. Но. Берем эту бомбочку. А рука больше не появится? Ну. Да. Бамс. О, мы убили своего соседа. А, нет, мы убили самого себя. Самого себя. Так, значит, лимонку надо бросить куда-то в другое место. Давай в унитаз. Лимонку? Ну, гранату эту. Ой. О, прикольно. А мы... Ничего не произошло, мы потратили свою гранату. А, потратили. Угу. И что нам теперь делать? Опять это мы уже все видели. Да, но мне кажется... Что сейчас? Он опять у нас. Отдай ему в руку. Он испугается и выбежит. Гранату в руку ему засунь. А как мы сделали так, чтобы была снова рука? Надо поплакать. Опа, 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 вот и граната. Так. Дай ему, дай. Промахнулась. Ты... Идет. Рука почернела. Ты не попала. О! Еще раз! Попади, попади, попади прям в ладонь. Опа! Беги. И... Мы убили своего партнера! А этого что, нельзя было делать? Ну опять куда-то надо в другое место гранату пристроить. Отдай ее. Так мы это и сделали. А может быть нужно вот эти щупальца? А может дверь надо... появилась. А, я не подключила его. Бум. Опа. И Just pretend that there is a hole and enter the void. Опа. Chapter 3. Глава 3?
Молоток. Я на всякий случай возьму молоток. Как бы вы не против, да, если я возьму молоток? Класс. Банан. Здесь только двери. Какой-то ребус. Спорим, этот банан будет концовкой. Не знаю, но какой-то ребус там, смотри, справа. Погоди, да. А мы не знаем ничего. Надо искать цифры. Я же говорю, банан до концовка. Заново? Че? Так, 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 нам нужно только дверь подорвать, ничего страшного. Это не бывает. Я вообще каждый день двери подрываю. Ой. О, все, да. Туалет для девочек? О, я знал, что он ужаснее, чем у мальчиков. Scary текст. Страшный текст. Страшный текст. Ой, глава 4. 4, там кто-то долго засиделся в туалете. И что? Что-то написано. Что-то нами... Туалет и... Лучший туалет в Шотландии. А-а-а. Настолько лучший, что он прям... Слушай, это знаешь, что такое? Это отсылка. Отсылка на Wednesday? Нет, это отсылка на старую... На старый фильм, который называется... Я не буду говорить, как он называется, написано... потому что он не для детей. Тут написано, ты умер от кринжа. You died from cringe. Концовка 69 из 12, и цифра 9 подчеркнута. То есть это третья цифра, какая-то уже сломанные часы. Так, что-то еще написано. А давай следующая кабинка. Куча цифр. А, вот цифры-то нам и нужны. Так их тут куча. Надо их расставить. Как? Не знаю. Нет, я не могу. А вот что за дверь? Тут же дверь какая-то, видишь? Ну, я не могу ее открыть. Это просто ее вынесли. Снесли. А-а-а. Топор. Давай, что-нибудь надо разбомбить. 100% давай, можно картины. Что-то сломать. Вот, дверь, давай. Не? И где он? А, вот. Дверь стала желтой. Это кто там? Что за гномик? Забудьте о нем. Take care of him. Ну возьми. Ой. To get, возьми гнома. А он без штанов? А это что? Это была бомба? Я не знаю. Гномик нас был... гном подорвал. Заменил он. 9. А нет, 5. 2, 9. А дальше? 2, 1. 2 голубая, 1 желтая. Пятерка розовая. 5. А. Пятерку давай. 5. 5, 9. 9 зеленая. 2, 2. 2. И 2. 2. Чек. Кючек. Кючек. Не получилось. А какого цвета у нас там была двойка? По цветам! По цветам, да. Погоди-ка, получается все заново? Подожди, нет, мы посмотрим. 9, желтая. Или зеленая, а желтая? 5, розовая. 5, розовая. И когда нас сфоткал фотоаппарат... Да! Была двойка зеленая. Ну ты башка! Ребята, я сейчас просто сидела, рандомно выбирала цифры, и все, у меня получилось. Ты вообще как так? Знаете, вот в этой темной комнате надо было взять фотоаппарат и сфоткать. И вот здесь вот есть цифра. А-а-а, вспышкой. Да, ну в общем там цифра. Там подсветилась цифра? Да, в общем все, мы можем выйти. Так, и что дальше? Chapter 5, party break. Мы вернулись! And that's all. You're и back at the это party. Все. Ты вернулся на вечеринку. Look, guys, I'm planking. Disappointed? Sorry if you didn't get all the answers. В общем, тут все веселятся, не музон, ничего, все какие-то картонные. Тут самый чувачок, который принадлежал I think I owe you one more ending. А кто застрял в соседней... Ха-ха.
Ха-ха-ха. Концовка еще одна. You can walk around if you want, and then just press Q when you're bored. В общем, ребята, это была достаточно долгая и очень сложная игра, над которой мы с папой хорошенечко так старались пройти. Было достаточно сложно. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. И до встречи в новом видео. Пока-пока. А мы выходим.